Всем привет! Мы ровно месяц ничего не снимали, но тут уже прям терпежа нету, и мы решили с Машей поснимать. Маша вон готовится уже к тренировке. Маша, ты готова? Не снимай меня. Маша что-то стесняется. Ты что, как этот? Как Денис Голубенко, что ли, стал? Да. А без марафета сегодня у меня волосы в все стороны, вот так. Вот так вот. За это время столько всего произошло. Я уже порвал и 90, и 95, и даже 100, и даже не один раз. Маша, сейчас правим технику. С нами начал тренироваться еще один атлет. Вы его даже знаете. Он, правда, поднабрал. Мы очень удивились, когда он к нам пришел. Ну что, как? Рита съездила на Россию и даже стала 12-я из 12-ти. Весовой категории до 81 килограмма на чемпионате России в Ханты-Мансийске. Ну, прям играюще взяла. Маш, что угораешь? Ну, это как бы ожидаемо было, но она молодец, неплохо. Мог бы не говорить, что 12 из 12, просто сказать, что она поучаствовала в чемпионате России. Ну, я бы могла тоже поехать и занять 20 из 20. Ну, мы бы так и сказали, Маша заняла 20 из 20. Собственно, Маша, у тебя также было, по-моему, на Сибири. Какая-то там была, 8 из 8 или 5 из 5? Нет. А какая ты была? По Синклеру. Почему по Синклеру? Вот так вот Маша даже не помнит, когда она была на Сибири. Что, когда, сразу там началось. А 2 года назад мы ездили, когда еще Иванов у нас первый раз мастера хотел выполнить. Томск, что ли? Ну. Да, это когда мы ездили еще с Яной, что ли? И с Машей? Нет, когда вы ездили, мы ездили, ты выступала еще тогда. Когда Иванов не выполнил мастера в тот же день, когда тебя большой обидел. А-а-а, вспомнила. Такое сложно забыть, наверное. Как у тебя сейчас настроение, Маша? Какое? Тренироваться хочется? Ой, честно говоря, не очень. Хочется отдохнуть и вообще, в принципе, ничем не заниматься. Сколько? Неделю, две? Подустала. А не знаю, начать и посмотреть. Может быть, соскучиться. А ты уж понравится еще и будешь потом отдыхать всю жизнь. Может быть, почему нет? Я же больше человек творческий, чем спортивный. Маша, как тебе вчера йога? Вот Маша вчера на йогу ходила. У меня плечи отваливаются просто, как будто мне какой-то 100-килограммовый человек сел на меня. Ой, что мы там только не делали. Сначала мячиком раскатывали стопы, потом роликом все мышцы раскатывали, там икру, бедро, жопу, спину, вот. А потом начались всякие упражнения. Короче, он показывает. Что такое? Ну вот, грубо говоря, вот ты стоишь на четвереньках, да? Коленки отрываются. И ты должен оторвать правую ногу, левую руку и, грубо говоря, через себя повернуться. А потом обратно так же, а потом в другую сторону. Так я запомнить не могла, что нужно оторвать и куда переместить. Потом другое упражнение. Нужно, короче, рукой ногу держать. А второй, ну, типа, разворот делать. Я опять не так делала, уже в самом конце спал, типа, а вы неправильно делаете. Я говорю, так что ж ты рано не... А я стараюсь, главное. Оказывается, все на смарку, все неправильно делала. Вот так вот, Маша, перестаралась. Ну и в конце мы потянулись прям хорошо. Ноги потянули, спину потянули. Новые какие-то упражнения ты для себя почерпнула? Да, чтобы у меня вот седалищный нерв этот... А при перкуссионном массаже не болел, нужно вот растягивать. Ты сегодня мне покажешь, как это надо делать? Обязательно. Если у тебя получится. А еще сегодня у нас уходы рывковые. Не знаю, сейчас будет слышно, ветер сильный, наверное.
Это одно из самых любимых Машиных упражнений. Она говорила, даже когда-то 40 делала. Сегодня мы проверим. Ну, сегодня-то я 40 не сделаю. Я максимум сделаю гриф. Больше я не сделаю. Ну, может, 25. И он мне, кстати, вот этот вот вчерашний тренер, я сказала, что у меня плечо болит. Он говорит, ну, тогда вам не нужно все вот эти наверх, то, что руки там поднимать. Я говорю, а так у меня рывок и толчок, у меня все наверху всегда. Он типа, а, ну, тогда не знаю, что вам там посоветовать. Ну, короче, надо, я говорю, только тяги, присед, если делать. Ну как? Надо закачивать, надо разрабатывать, оно иначе вообще не пройдет никогда. Так ты понимаешь, может, оно как-то не так там встало, я его сейчас, грубо говоря, елозит, оно там не вставленное куда надо. И больно из-за этого. Елозит уже 3 года. Да. Маш, какая ты вот иногда наивная бываешь, тебе что-нибудь скажут, ты в это веришь, и потом еще мне это внушаешь, ходишь. А? Маш. Че? Да тебе фиг что внушишь, ты не внушай мне. Не, ну ты любишь всякие отговорки придумывать. Это твоя любимая тема. Ну разве я не могу себя хоть раз в жизни пожалеть? Можешь. Вот так мы соскучились, давно ничего не снимали. Тут у нас прям это, пока болтали, уже и дошли. Сейчас пойдем тренироваться, разминаться. Как всегда, начнем с кардио. С Машиной любимой гребли. Маш, где гребли, кстати, нравится? Нет. А почему? Не нравится. Какая-то она дурацкая. Руки забиваются, которые мне нафиг вообще не нужны. Вон, между прочим, Вика Нектегаева, там вообще они устроили 24 часа гребли. Вот это я бы не смог. Мы уже вовсю начали делать тренировку. Кирилл уже кардио сделал. Маша доделает свою любимую греблю. Смотрите, как она ей нравится. Просто она тащит от нее. Вот такие у нее цифры. Осталось ей минуту. Маш, как у тебя там? Лодку отвязать не забыла? 0 эмоций. Маша вся сконцентрирована. Как гребли? Ужасно. Почему? Я себя ужасно чувствую. Рожа красная, все устало. Как пульс? Мне никакой тренировку не хочется. Я не знаю, сколько он там. Я не знаю, как его сечь. Тяжело делать, сам давно не делал. Маш, будет прям тяжело, даже мне тяжело сегодня такие уходы делать. Психологически больше тяжело. Ну, как бы сесть под них. Так, по килограмму-то вроде не тяжелое, чисто психологически. Мне плечо будет больно, я уже это чувствую. Ну, так и надо настраиваться, что как будто бы его будет не больно, и Маша сделает все четко, да? Маша, у тебя прям сегодня, на удивление, очень хорошо получается. Да? Резко, быстро, метко, хлестко. Йога, что ли, помогла? Йога, безусловно, помогла. Ну, все, надо перейти. Все дело оказалось в ягодичных, похоже. В йоге? Да. Сейчас на йогу? Сейчас поставим тебе 60 и вырвешь с первого раза. Не знаю. Маша говорила, буду делать гриф, а тут, говорит, что-то легко, что-то пошло. На самом деле, здесь больше голову преодолеть надо. А так, в принципе, и 80-90% отрывка должны делать. Ну-ка, не расшатывайся. О, ну вот она и пошла. Вот так вот, скорость просто как молния.
Ну что, Маш, уже давит, уже потяжелее, да, 30 килограммов? Ну, потяжелее, мне кажется, бы еще чуть-чуть еще. Ну, давай 35. На 2, на 2. Уже ныть начинает плечо. Да ладно, там на 2, там что там. Все, жрвать сейчас будем. У тебя сегодня, кстати, хорошо получается, ты очень быстро все делаешь. Да, у тебя прям реально сегодня быстро садишься. Но это пока ты не очкуешь, сейчас 35 поставишь, уже и диски будут большие, и она будет давить хорошо. Так. Посмотрим, посмотрим. Давай, бодрись. Ага, пошаталась. Ой, хорошо. Резвее, резвее. Оп. Все, хватит, Маш, хватит. Ох, какая настырная. А что, я же говорил, на 2, Маш. Ну ладно, уж думаю, на 3 дела, надо на 3 сделать. Ой-ой-ой, ну что, не тяжелая? Не тяжелая. Слушай, но... может, так и 40 сделаешь, реально. Чернует. Так, нет, может, и 40 сделаешь. 40 разика сделаю. Да сделаешь на 3 раза 35. А, 35. Ну, так что это, Маш, это могет еще. Машей начали делать рывок. Маша делает небольшие веса, чтобы маленько править плечо свое, потому что последние разы уже были совсем удручающие тренировки. Да, но все еще спереди, но уже не так сильно. Маш, ты ощущаешь изменения какие-то есть? Я не ощущаю, я в зеркале не вижу. Почему? Это же видно, когда спереди, сзади. Спереди. Вот если бы я сбоку могла видеть, я бы замечала. Ну, мы сейчас тебя наснимали, посмотрим дома, да? Это прям нужно совсем сбоку. Ты меня как-то немножко... Ну, камера сюда смотрела, она должна вот так смотреть. Хорошо, мы тебя снимем, снимем, не переживай. Чтобы видно было. Сбоку. Впервые только ровно. Как вам мой рывок? Какие ошибки? Напишите в комментариях. А я все вижу. Что, сейчас тоже не ощущал? Ну, по крайней мере, не отваливается, знаешь. Не отваливает, не больно. Нормально? Нет, нормально. Не, ну получше, конечно, не как раньше, там вот так вот было. Но еще довольно-таки торчит. Но как бы оно не все сразу исправляется, это нормально. Ну что, у Маши сегодня хорошо пошло. Рывок прям летит ровненько, ну, относительно ровненько. Делала на 35, сейчас делает 40. И довольно неплохо. Что, второй раз еле уселась там? Еле уселась прям? Да нет. Досаживалась долго. Нормально. Нормально. Сегодня Кирилл решил вас не баловать. Сегодня только 80 делает. Скорость прям хорошая. Не, не очень. Прекрасно. Рывок это просто прекрасно. Прекрасно, а да? 90 на 2 еще прекраснее. Ну давай, смотрим. Ты.
Смог таки? Даже на три бы сделал. Чего не сделал? Хватит, устал. Ты не Дима Иванов, да? Нет. На усталости 10 раз делать. Не, Дима это. Пока до Димы надо дорасти еще. Плавно переходим к Кирюшиному любимому упражнению, не к Машиному любимому. Или, Маша, ты любишь толкать? Со стоек, да. А в классику что? Когда, кстати, стойки перерастут в классику? Самый главный вопрос. Не знаю. У меня просто ножки очень слабые, они очень быстро устают. И пока я встаю после взятия, все, силы заканчиваются. Сегодня веса будут маленькие, сегодня ты должна идеально толкать. У меня уже силы уже закончились, знаешь ли. Так что не знаю, что мне там толкнется. Вон, видишь, Кирилл поддерживает своих девочек. Что они делают, то и он. Почему Кирилл? А кто он? Вот так вот Маша ходит уже год и сало, не знаю, как тренеров зовут. Я знаю, что как Динаре мне поможет. Давай, Тверк. Динара, тебе привет от Маши. Давай, тверкани. Ну. Знаешь, силы придает. Ой, нет. Ой, не то. Ой-ой-ой. Это что такое? Маша. Это кроссфитовское движение было, так делать нельзя. Я, если честно, до сих пор в шоке. Думаю, что это, что взять, а что толчок, это что было вообще? Маша, все не надо срывать. Ну, более-менее. Сейчас мы будем снимать хоум-видео. А хоум, потому что Кириллова будет смотреть дома, сказал. Пойдет. О, началось. Вот это настрой. Не срываем, Маша. Порезвее встаем. За голову, за уши. Пойдет. Давай еще разок. Не хочет Маша натягиваться. Срывает ее каждый раз. Маш, ты как считаешь, хорошо было? Я старалась выше протянуть, а получилась какая-то херня. А почему ты срываешь? Мне кажется, так больше сил вкладываю, она быстрее пойдет вверх. Тебе кажется. Кирилл бахает 90. Толчок это ваша коронка. Да, легко. На грудь так себе. А в груди вообще легко. Вот смотрите, как надо качаться. Что, мы заканчиваем тренировку. Маша заканчивает тренировку приседаниями. Я уже закончил. Сегодня у нас любимые Машины приседания на груди. Любимые? Вот такие они любимые. Давай, Маш, и пойдем растягиваться. Давай, темпл. Что-то не резво. Ой, тяжело так. С какого тут поста растягиваешься? Под собственным весом. Самая лучшая растяжка, чтобы не травмироваться. Ну что, все, передай привет подписчикам. Всем привет. Да, кстати, соревнования это я домонтирую, просто уже сил нет их монтировать, поэтому сегодня решили поснимать влог. Но они будут.